По идее, мне не сильно нужен добор, я просто буду убивать очень быстро. Ну да, хотелось бы что-то добор. У меня есть все же Азур Дрейк, и у меня есть два Тускар Тотемика, которые потенциально мне могут принести дроу. Северных волков. Давай, один вепен оставляю, хватит. И где же мои троги? Трогов нет. Ну ладно. Где трог? Давай мне трога. Где мой маленький трог? Где мой маленький трог? Ну или зомби? 5 карт из 26. Ничего себе возможность. Но где же мой маленький трог? Трог лучше будет, тотемный голем, потому что сразу же забав. Что-то мне нехорошо. Давай мне трогай. С 0.6 за 5 ты имел в виду. Новая подосовка крутая. Из огромного мира. Я сам. Ну, видимо, через монетку я достану. Чего тебе? Да, я через монетку достану. Лечение есть у меня, лечения вообще, в принципе, достаточно в этой колоде. Колода называется «Займи стол, взорви оппонента». Причем не так уж обязательно мне его, ну, прям активно пытаться забрать. Если придет... Нет, не пришел наконец. Ну, соответственно, я тогда убью его. Да, давай. Не так уж часто будет этот Дезратл играть, тем более у меня два этих вепона, пофигу. Вроде как бы и 1-2 не хочется убирать, ну, вепоном таким, ну ладно. Ничего страшного. О, печальные времена у тебя, друг мой, я смотрю. Печальные времена. Подставлять-то. 4-6 под 6-6. На следующий ход 3 плюс тотем. Потом мукла и все. На этом мы закончим. И еще сопротивляется. Да, я, наверное, его полечу. Сначала мы достанем тотем. А потом мы посмотрим. Если бы был бы хилинг, то я лучше бы достал его. Ну, кстати, может быть, мне лучше действительно было его достать, потому что я же муклу хочу. Следующий ход. Ну ладно, хрен с ним. Хрен с ним. Ничего не оставили на столе. Ну, фарелем либо он. Окей. Сейчас, коротенький перерывчик устрою. Воды себе налью и вернусь.
Я снова здесь. Вперед. Okay. Молот Рока! Это мне не надо на старте, точно. Этих двух оставлю в зависимости от того, что мне придет. Еще. Ну да, я первого зомби, конечно, буду доставать. Я второй жонглер. Может, мне какой-нибудь тотем голем. Ну ладно, это на третий ход я буду доставать. Тотем он тоже нормально, на четвертый оверлоуд. Здорово. Ну да, давай. Значит, учитывая, что у меня все же большое количество... Ну, у меня Бласт есть. Я даже как-то просто буду пытаться занять максимум стол и очень быстро его убить. Посмотрим, что за тотем. В первую очередь. Забыл, сейчас поставлю. Давай так. Коль вот этот тотем пришел, был бы там тотем. Ну, не знаю, я, наверное, при любых других практически пошел бы в лицо. Серьезно. Блин, на круто попал тотемов-то вообще. Что еще будет? Теперь будет. Не вздумай, мир Рэнсди. Ну, мне хрен... Ну, тут придется. Окей. Да, пожалуйста. Эй, детки, я уже здесь. Я чувствую запах крови. Окей. Ну ладно, давай я зомби. Да, давай. Ну, одна карта на две, конечно, неплохо. Ну, ладно. В принципе, я тоже нормально ее разменял. Я знаю, что у меня две девочки в руках. Я мечтаю быть похожей на тебя. Я мечтаю... Вообще, было бы неплохо вот эту штуку достать, но... Ладно, Фростболт. Факел. Да, я достану его. И достану паука, потому что... Ну, вот это я не хочу, он мне убьет девочка с выстрелом. Здесь он, конечно, может сделать флеймстрайк, но... Ерунда. Вообще не такая ерунда. Может быть, я игра сейчас делал. Нет, не делал правда. Вообще ничего не делать. Я, пожалуй, ничего не буду делать. Ну, вообще, можно было бы ее достать. Просто я надеялся, что у меня с, значит, полдемидж с тотемом придет, и будет вполне себе здорово. Что хочешь, то и получишь. Не. Ну ладно. Тоже хорошая карта у него. Вообще, сегодня весь день такой, что у меня колоды жесть. Ну и вообще у противников практически без исключения колоды крутые. Секрет. Блин, неужели у тебя контрспел будет? Подожди, что ты... А, тут не показывается нифига.
Ладно, давай тотем. Красота. Красота. Ну да, было бы лучше, если бы я сначала вот это достал. Кстати, может, да, наверное. Ну и не важно же. Уже не важно. Теперь у меня все здорово, все замечательно. Я, мне не жалко даже ей 5 урона отдать на существо. Просто я думал о том, что если бы вдруг у него был контрспелл, то топором бури я бы махал. Да. Так вот. Солидно. Сразу же мне этот. Бой. Восемь. 13. 14. Эта партия за тобой. Хорошо. Хотя тоже, да, такой топ-дек был. Жесткий оказался. Мне победу! За молот Рока! Давай! Три-четыре на второй ход. Потом посмотрим. Упс. Чуть был не нафейлил. Я могу, кстати, повермейс сейчас достать. Да, давай я достану повермейс. Беги, направляйте меня. Ну, тем более у меня пришел разрушитель. Еще бы сейчас кого-нибудь убить. Дай мне 3-3. Дай мне 3-3. Проклятые готовы сражаться. Ладно, конечно. Следующий ход у меня с оверлодом будет, я его достану. Давай. Пейн, окей. Вообще-то гадство. Форменное. Окей. Боль говорит за меня. Че, рискнем? Что же делать? Пожалуй, да. Пожалуй, мы рискнем. Да. Становится жарко. Ладно. Блин, он мне очень, конечно, по картам круто сейчас. Меня обыгрывает. Ну я хрен знает, что с ним делать, он тупо этим уже третьего убивает. Дурацкая Пандария. Заходили мне рыбки! Запах лошареный! Направляйте меня. Ну, вообще надо было, конечно, сюда поставить. Да, надо было поставить туда.
Я думаю, мне все равно будет тотем в первую очередь убивать. Окей. Это сильно, но неприятности это мы переживем. Я думаю. Сейчас как-нибудь 4. Да, давай. Неплохо сыграно. Отведай клыка! Ну что ж, хорошо, давай. Ничего себе тележечка у нас. Скажу я вам. Ладно. Это будет 6+2. Может быть, я лучше грозу сделаю. А зачем мне делать грозу? Ни хрен его знает. Да нет, давай тебя. Мне так жалко отдавать. Ну ладно, черт с тобой. Что еще из больших карт тебе есть? Угу, еще одна большая карта. Я не привык. Ну, кстати, это не очень страшная карта. Привет, Скарлетт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это была ошибка. Ну хотя не, я тогда грозу не смог сделать. Раз, два. Давай. Я здесь 6. Да не, нормально. Я как бы изначально планировал грозу сделать. Неплохо сыграно. Ага. Починю что угодно. Мне это надо. Я орудие богини. Не сильнее меня. Поэтому он сойдет. Поэтому если бы я его достал, то я бы вот тогда я бы... Нет. Не хотите субботнего стрима? Ну и не надо. И Валира. Я бы прям вот Overwatch, он бы прям настолько крутой был. Честно-честно. Я могу все оставить, вообще-то. Да нет, это ерунда. Да и это не такое уж крутое. Ну, нет, фигня. Давай мне, у меня куча других более крутых карт есть. Вот, вот эта вот карта у меня есть. Вот она моя комбо. Тебя потом, а потом вообще что хочешь. Хорошо, я понял. У меня другой план. А на второй ход я достаю палицу, на третий ход я достаю тотемный голем плюс трог. Да, сойдет. Да они опыт получают, это нормально? Конечно, я доставил. Конечно, я доставил.
Беги, направляйся. Давай, показывай, что у тебя там есть. Много вариантов. Что-то мне нехорошо. Я не против. Я не против его убить. На следующий ход я опять же могу достать его. Еще один потом. А могу единицу, двойку достать, как вариант. Но я думаю, все же более вероятно вот эта вот штука. Пятый ход тебя тотем. Лунасвет не падет. Ого, ничего себе, ничего себе. Ну ладно, давай. Что же делать? Я могу лицо ему пропить. Да. Не-не-не-не. Давай. Беги, направляйся меня. Лови, кола! Ты это нормально. Так почему нет, чтобы он мне как раз таки оставить, чтобы два раза ударить им? Не, он все правильно делает, он играет по темпу. Просто максимальный темп он играет. Это он все верно делает. Никаких проблем. Троги, сила. Потому что я хочу держать стол. Потому что у меня есть мукла. И я ничего не хочу ему оставлять на столе. Вот. Такая у меня цель. Давай подпортим их планы. Ну такой противный персонаж, да? Этот. Ну ладно, хрен с тобой, давай. Ну да, это следующий ход я смогу, значит, не мог бы еще одного достать и портатом продать. Ну понятно, что этот сюда пойдет. Задел. Например, Deadly Poison, ты Blade Fury? Окей, мне ничего страшного. Мне ничего страшного. А тогда, да, для Poison Black Fury у меня чистят весь стол, у него остается 3-3 на столе. Так много вариантов. Может даже диванчик для оставить. Тоже почему. Это не бум, это кода. Ну, я, видимо, его тут. Можно тебя да не. Да, давай тебя достану. Ну, конечно же, забафается. Я.
Забыл об этом. Фейс. Ну да, если меня убьет Муклу, ну у меня выйдет танк. Удачи ему. Убрал Муклу. Ассасинейт может быть у тебя еще есть? Нет, ну это серьезная штука. Вообще-то. Делаем. Азура Дрейк. У меня еще один вепон есть. Не, давай, я пошел в лицо. Вообще-то стрёмно. Сейчас нам скажу. Да, давай лучше так сделаю. Зомби не вообще не хорошо. Окей. 11 урона. 12 урона. Ему 5 урона надо. Хорошо. Можешь убить один-один лицом. Вот, держи кружечку. Нет. Во имя Симоны! И висерейт еще. Нет. 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 Если бы это был еще и висерейт, ну это такая была бы грязь. Серьезно. Но от сегодняшнего дня я могу такое ожидать. Сегодня, ох, чего творилось. За все это время. Три Фарлема с доктором Бумом. Да, это я долго не забуду. Собираюсь так колоду на 12-0. У тебя баф три Фарлема, доктор Бум. Ну, все. И забудь. Рау! И... Рау! За молот Рока! За северных волков! Ага. Еще двоечку. Ну ладно, тотем так тотем. И третий ход. Приветствую тебя! Роги! Приветствую тебя! Сила! Ладно, придется мне его разменять. Четвертый ход может быть. Такой комбо. Не очень-то комбо, но ладно. Сейчас тотем. Красота. Давай мне 3-3 убрать. Ну, 3-2 какой-нибудь, неважно. Захвати, ага, вот, вот эта вот штука нормально. Ну, видимо, мне так надо делать. Как не везет мне сегодня, противнику везет не меньше. Вот я чё хочу отметить. Ну реально у него единственный сейчас вариант вот его достать. Твоя магия тебя не спасет. Ладно, хорошо. Давай. Вот так убрать. Дуласт. Нет, дуласт, не серьезно. Убрать тебя. Хилить. Хилиться полностью. Вот тебя. Я, наверное, уберу тебя и все же так же сделаю. Можно тотем? Я не знаю, лучше тотем, наверное, будет, чем...
Что же делать? Жалко Триаде нам давать. Ну ладно, не нормально. Отлично. Давай, сейчас фаерлемы попрут скоро. Ох, попрут фаерлемы. Боюсь я их, боюсь. Ну, видимо, мне придется и 3-1 разменивать на 3-3. Что? Нет, я, конечно, зомби убью. Зомби его убить. Окей, это тоже интересная штука. Да, я вместо зомби, вместо этого поставлю, значит. Бласт почти летал. Фаерлем, ни вот ни секунды не сомневаюсь, потому что, ну как может быть не Фаерлем? И вообще никак не может. Может быть, мне придется. Да нет, не придется. Не придется, не придется. Ну да, я, наверное, зомби отдам, тотемчик отдам. Моя переработка. Ну, может быть, да, вообще это 1-1 тотем не был бы. Ну, сначала надо было разменить, потом тотем. Ну ладно. Ну конечно, еще один фаерлем. Ну как же может быть не фаерлем? Ну вообще никак не может. Вот вообще никак. Скотство. Скажу я вам. По-другому никак не могу назвать. Хрен с тобой. Так хекс будет, хекс будет, все беда. Не, ну ладно, не так уже не прям уж беда, ну, блин, плохо. Интересно. Блин, попал бы он, так было бы сейчас здорово. Да вряд. Да как он, какой, как он может быть на 3 победах, на 4? Интересно. Я просто могу достать таун-тотем, это будет очень здорово. Ну не достану на блугластное просто. Хрен с тобой, давай, рискнем. Я благодарю тебя. Ну заткни свое лицо. Интересно. Давай. Что хорошо. Роги села. Хорошо. Ну да, я надеюсь, у меня не будет АУЕ. Ну, у меня слишком много карт, и хрен знает, что делать. Окей, это нормально. Ну да, лучше, конечно, добавить какой-нибудь другой тотем. Так. Ну давай. Здесь, видимо, Blue Blast уже придется делать. Придется делать Blue Blast. Раз убиваю. 2, 3, 4. Раз убиваю. 2, 3. Да нет, мне не важно мое здоровье. Мне вот этого здоровья намного более важно. Ну, я сюда тогда ударю. Это да, сюда, сюда. Фаерлем? Передай мне тангенциальный вращатель. Хорошо. Роги села!
надо. Ну, для чемпионата сейчас очень здорово. Значит, отсюда по-любому идет. Ну, наверное, я оставлю им вообще максимум здоровья. Сиди, направляйте меня. Да, давай максимум здоровья ему оставим. Ну, даже если он мне его уберет, ладно. Хрен с тобой. Не так велик стал. Ну, за две цели для Хекса. Как раз вовремя! Фигня. Сейчас, окей. Так. Ну, могу тебя убрать, тебя, достать тебя и... Могу двух вот этих достать, но нет, наверное, это не так будет здорово. Да, тотем карта. По такому принципу хочу. Каждый ход играть. Ну должен же быть третий Файрелем. Ну как же без третьего? Кстати, ничего страшного, потому что я его убиваю и... Я бы на его месте тотем после доставал, на самом-то деле. Всегда тотемы. Что же делать? Да, это было бы удивительно, если бы он не убрал болот. Вот, держи кружечку. Окей. Не его же? Покинем, что угодно. Я. Ну хорошо, это я. Такую забираю. Ну, в зависимости от того, что за тем сейчас выйдет. Да, я, значит, тебя отстану. Рау!
Утер! Я буду сражаться с честью. За молот Рока! Отлично. Это мне не надо, это мне слишком хороший старт, чтобы я оставлял грозу. Всем, кто думает, ничего себе заход. У меня 5 единиц. 5 единиц, 2 зомби, 2 трога. Это вообще абсолютно нормально, то, что мне приходит зомби. Становится жарко. Какая встреча. Окей. Ты направляй меня, я не могу это сделать. Пожаренный! Да, такая легкая грусть, печаль, мне кажется, у паладина сейчас. Легкая-легкая такая. Такая, что-то пошло не так. Дай мне подумать. Ты воняешь, как хлеб на гном! Ну, хорошо, я отдам. Мне лучше его отдать. Я достану тебя. Че я боюсь? Боюсь я четверки его, которая мне снимет аж 4 характеристики. Не совсем оно. Это не совсем оно. Ну ладно, давай. Я, наверное, даже... Не, я просто достану тебя и пойду в лицо. Биться... Не, я не хочу. У меня есть гроза и... Сноубольд на следующий ход через монетку, поэтому... Поэтому давай. Я даже не против, если ты Мурлоков сейчас достанешь. Только чарджевого не надо Мурлока, и который бафает не надо Мурлока. А так все, остальное пофигу. Мы должны очистить солнечный колодец. Хорошо. Ну, я в любом случае сделаю грозу плюс самого. Что приказали? Ох, я, кстати, могу вот так вот сделать. Так, тут надо подумать. Готов ли я взять риск? Я могу реально рискнуть, я могу достать его и вот эти сделать. Давай. Интересно. Блин. Да хреново, да ну нафиг, я не буду задничать. Не надо задничать. Не надо задничать. На 3 ударило. Если бы я без него, то на 2 и все. И пришлось бы отдавать зомби. Это было бы плохо. Блудас я убиваю, вепон любой я его убиваю. Интересно. Хорошо. Ничего страшного для меня, конечно. Медленный ход у меня, дракон. Жду приказаний. Вот он зашел. Все скорее. Я тебя убиваю, если ты. Не quality integration. Ладно, хрен с тобой. А, Венжен раз. Ну, это получше для меня немножечко, но все равно, конечно, печально. 2, 1, 3, плюс 3, плюс 2. Заспамить. О, это лучше. Раз, 2, 4, 2, окей. Троги, сила!
почувствуй нашу любовь. Очиститесь огнем! Почувствовал. Ну, окей. Это мне нехорошо! Давай, в тотемчик мне в лицо. Самая лучшая цель. Черт тебя возьми. Я тебя убиваю? А, 3-3-3. Ну, если вот это... А я не могу. Ну, ладно, хорошо. Захватили мне рыбки! Давай тебе. Давай так. Допустим, Wave Hands. Надеюсь, не будет еще одного Equality и Consecration, но это будет, ну, перебор. Реально перебор. Интересно. Окей, это не будет уже Equality и Consecration, это ничего не будет. Это ведь состина, на 7, мне кажется, тебе не хватает, но у тебя будет 15. Мне не повезло. 15 я бы тебя, по-моему, все равно вот этими терями. Да, я бы тебя все равно убивал. Да, даже если бы он мне сам бы крутого делал.